Доброе утречко. Ой, поползень маленький, а? Маленький поползень пришел. И Лялюшка пришла. Доброе утро пожелать. Своих деточек уже накормила, напоила. И к нам пришла. А эти товарищи, товарищ Лиса неугомонная спит. Тут Милуся еще спит. Шихунь, вставай. Вставай, сейчас пойдем играть, гулять и бегать. О, ты потягуш какой, потягуш какой, потягушенькин, а? Потягушенькин. Ну, главное у нас мамка вот эта вот, Лялюшенька наша. Да, Фейка тоже уже проснулась, уже целовается. Лялечка, я целую их, мне просто лень уйти. А так я тоже бы всех поцеловала, да? Ой. А так у нас еще сонное царство. Это вот везде, можно сказать, встали, да? Одна самая маленькая звездочка в нашем доме проснулась, а вторая самая большая, давай, ложись, я тебе пузику поглажу, так, да, твою пузику, вот. Он там бугор зашевелился, говорит, что ты там болтает. А тут кто? Вот она вот так вот валякается, маленькая такая ягозушка, утренние потягушечки у нее. Ой, и кусики надо сделать, и поцеловать надо, да? Все нужно с утра успеть. Будь здорова и будь счастлива. Тихо тихает. О, напряглась. Кто-то там ходит. Там мать твоя ходит. Бабушка ихняя, вонная. Да? Бабушка там ходит. Неужели ты думаешь, она их тронет, а? Вон она пришла, бабушка. Бабушка. Ой. Лягусик, доброе утро. Тебя же сдрогнула, не ожидала меня со спины. Да? Ты что тебе с утра пораньше лягусь за ноги цапаешь, а? Еще проснуться не успела, уже беситься ей нужно. Ну что это за ребенок? А Лялюшка посмотрела, все хорошо, никто не трогает детей. Можно к ним и не бежать, да? Лялюш, ну я там можно посмотрю, схожу? Интересно, сейчас поскочит, не поскочит? Ой. А кто это тут выполз? Доброе утро пожелать. Донечка из-под дивана выползла, да? Ой-ой. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Кто тут маленький спят? Доброе утро тоже всем желает, да? О, тяня девчонка. А где у нас карапузик? Карапузик. Вот и карапузик тоже доброго утра желает. Так. А мать сразу же все вернулась. А тут вон сколько любопытствующих, да? Все смотрят, все проверяют. Ну, а мы всем желаем доброго утра и отличного настроения.